жить цифровой валютой. С тех пор, как в феврале 2013 года Олаф Карлсон Би стал первым сотрудником биткоин-стартапа Coinbase, он живет за цифровую валюту. Карлсон Би написал свою дипломную работу о биткоин и создал криптовалютный хедж-фонд Polychain Capital в Сан-Франциско на 5 миллионов долларов от 30 инвесторов, двумя из которых являются Андерсон Хоровиц и Union Square Ventures. Карлсон Би считает, что интернет будет существовать дольше, чем любое государство, поэтому национальная валюта фактически менее безопасна, чем интернет-валюты.